Жил да был в государстве народ, без него будто мало забот. Вечно шастает взад и вперед, чтоб не шлялся введен QR-код. Самолет не повезет, даже лифтку не покажешь QR-код. Проститутка не придет, и пожарный из пожара не спасет. Без него не поесть, не попить, не поспать, не купить, не отлить. И в подземный, войдя, переход, не забудь предъявить QR-код. Катафалк не повезет, коль усопший свой просрочит QR-код. А чтоб не было забот, накали на лоб мне, кольщик, QR-код. Чтоб следить, чем там дышит народ, что болтает, с кем спит, что поет. Даже если ковид отомрет, то послужит еще QR-код. А когда наш час пробьет, и товарищ Путин в рай нас поведет, он не всех туда возьмет, только тех, кто распечатал QR-код. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки быстрее. И тогда мы внесем эти лайки в Конституцию. Хотя не лайки красят человека, а подписка.